пока навязываю мотивчики, делаю разные раскладки. Какие, как можно еще их использовать. Потому что задуман жакет, а не блузка и не платье. Даже изначально это была просто шаль палантин. Так что посмотрим, что будет в итоге. Я соберу только часть полотна, потому что если сейчас будет заказ на эту блузку, чтобы уже по размеру вязать. Ну, это примерная раскладка, я их много делала, и все сниму потихонечку. Она просто добавляется по мере навязания мотивов. А когда будут все мотивы, уже будет больше понятно. Идея и с горловиной, там будет несколько вариантов.